Славянские допризывники выяснили, кто из них самый меткий. На районных соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Будущие воины должны уметь хорошо стрелять. Эту истину не на словах, а на деле подтвердили участники соревнований в рамках муниципального этапа краевых состязаний среди допризывной молодежи, которые прошли на базе Славянского электротехнологического техникума. 12 команд участвовали в соревнованиях. Своих лучших стрелков прислали школы города и района и Славянский электротехнологический техникум. Цель не только научить ребят стрелять или выбрать лучших стрелков среди ребят-школьников, но и, конечно же, очень большую роль играет военно-патриотическое воспитание. Потому что сегодня ребята-школьники, им по 16-17 лет, а завтра они уже ребята-солдаты нашей армии, это будущие наши защитники. Участники соревнований были настроены по-боевому, стараясь продемонстрировать хорошее качество стрельбы. Настроение отличное. Мне очень нравится принимать участие в этих соревнованиях. Я считаю, что каждый мужчина должен уметь держать оружие. Любой мужчина должен уметь стрелять. Мы тренируемся стрелять, подготавливаемся к соревнованиям. Отбирают лучших, и лучшие участвуют в соревнованиях. Лидером соревнований стала команда 29-й школы из станицы Петровской. На втором месте стрелки из Черноярковской 48-й школы. А третье поделили между собой две команды 4-го лицея и 18-й школы. В личном зачете победил Сергей Саусь из 29-й школы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».